24 августа стартовала третья смена студенческого образовательного форума «Лига Форум». Своими впечатлениями поделились студенты Казанского федерального университета, принимающие участие в мероприятии. «Лига Форум» – это открытая площадка для общения и обмена идеями, где студенты участвуют в мастер-классах, создают проекты, принимают участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Форум проходит 7-й раз. Организован он в заповеднике Белярск, историческом месте, там, где и зарождался в 2014 году. Три смены с 12 августа по 28 августа у нас проходит. Вот сейчас проходит последняя смена. В каждой смене у нас было примерно по 300 человек-участников. На последней смене, по официальным данным, у нас 350 участников. Несколько дней студенты знакомятся, живут в палатках и общаются с экспертами из разных сфер деятельности. Питание и трансфер в Белярск организованы за счет бюджета мероприятия. В число участников последней смены «Лига Форум» вошли студенты Казанского федерального университета. Здесь есть контакт с иностранными студентами и просто прокачка коммуникативных навыков. Здесь все мастер-классы безумно интересные. Больше всего мне понравилось кастомизировать по одежде. У нас проходят мастер-классы не только в образовательном уровне, да, в образовательных треках, но и направлены на какие-то хобби, увлечения ребят. Например, есть мастер-класс по разрисовке головы Давида, есть мастер-класс по актерскому мастерству. Очень много ребят, как организаторов, так и участников, которые из Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Это означает, что вот именно ребята, которые активисты в своих институтах, они действительно жаждут новых каких-то эмоций, впечатлений. Во время форума участники разрабатывают проекты разных тематик, действуя самостоятельно или собирая команду до 5 человек, готовых к реализации, работе с партнерами и спонсорами. Третья смена форума завершится 28 августа. Ариадна Кугушева, Универньюз.